Привет! Кто вы и он, по мнению высших сил? Я здесь буду использовать карты Таро. С левой стороны будете вы и с правой стороны он. И мы посмотрим ваши и его характеристики, ваше и его будущее. И будет видно, есть ли он в вашем будущем и вы в его будущем. Я буду раскрывать карты. И высшие силы покажут, что у вас сейчас происходит, что делать дальше. Кто он, по мнению высших сил, и как вы себя представляете тоже. Ну вот, две колоды. Это будет два расклада. С левой стороны вы. Это колода короля Артура. Вообще, король Артур для северных народов – это то же самое, что Христос для южных. Это надежда на спасителя. Это защитник, это очень-очень сильный магический инструмент. Кстати, в церкви православной тоже магия делается, да, точно то же самое. Только в разных культурах по-разному. Так что это магические карты короля Артура. А это карты Райдер-Вейт-Смит, немножечко приукрашенные, переделанные. Вообще любые карты, это карты Райдер-Вейт-Смит, переделанные чуть-чуть. Ну что ж, начинаем. Девочки и мальчики, устройтесь поудобнее, пожалуйста. Не ожидайте ничего от расклада, и он актуален для вас, когда ваш пальчик нажал посмотреть, абсолютно независимо от вашего статуса и возраста. Я смотрю только прямые положения, девочки и мальчики, так что здесь только прямые положения. Вот здесь будет ваша тайная сущность, то, чего вам самой не видно о себе, а здесь явное, и у него то же самое. Вначале мы смотрим явную, а, понятно, старается показаться надежным мужчиной, серьезным, приличным. Ну, это неплохо, правда? Каждый хочет показаться лучше, может быть, даже немножко, чем он есть на самом деле. И это абсолютно нормально. Итак, я выкладываю, а потом буду рассказывать, кто вы и он, по мнению высших сил. Вообще, обычно судьба сводит людей, похожих друг на друга, да? Похожих. Так что мы посмотрим, если вы похожи здесь друг на друга, вы будете суждены друг для друга. Все будет видно. Расклад магический. Ваш пальчик выбрал, значит, вам нужно посмотреть именно в тот момент, когда вы нажали посмотреть. Кстати, расклады вот такие, они чем старше, тем они более магичные. Независимо от того, когда вы выбрали это видео. Итак, мы сейчас концентрируемся. Смотрите, он стабильный мужчина. Четверки выходят одни, да? Но он романтический герой, конечно. Это рыцарь. Торопится куда-то. Вечно торопится куда-то, да? Чувствую, что он не успел. Колесница, старший аркан. Я буду раскладывать добавочные карты в процессе расклада. Вот это будет он, а это вы. И здесь будет, мы будем и его, и вас смотреть практически одновременно, потому что, когда вы смотрите, смотрит и он по квантовой магии. Причем он не знает, что вы смотрите расклад, но он чувствует, что-то происходит, и он исправляет свою судьбу в тот момент тоже, и к вам лучше становится, относится лучше. Ну вот, смотрите, добавлять буду сейчас на вашу сторону, кто вы по мнению высших сил. Я бы сказала, что восьмерка чаш – это очень сильная карта. Это карта, во-первых, любви, вы способны, вы жрица любви, вы способны пережить сильные любовные чувства, вы способны возродиться от любовной тоски где-то, если у вас давно не было отношений ярких. Кстати, это для всех тоже, кто не имеет отношений сейчас. Просто высшие силы вам скажут, вы почувствуете, что поможет вам жить лучше, да? Так что просто расслабьтесь. Итак, вы, может быть, не имеете, знаете, может, у вас и есть близость, но вы не имеете вот этого драйва, да, не имеете. И восьмерка чаш говорит, что вы истосковались. Вы истосковались, у вас есть любовная такая тяга. Как это еще правильно сказать? Вот даже не грусть, а тоска любовная. Вот хорошее слово, но если вот слово тоска переделать в какое-то более позитивное слово, так вот именно то, что вы сейчас переживаете, у вас есть желание страсти. У девочек, кто постарше, есть чувство, что жизнь проходит, а страсти так и нет. А вам, у вас уже практически к климаксу подходит, или у вас уже даже был климакс. И вы думаете, ну, теперь уже после климакса, а вообще страсть возможна? А возможна ли любовь? Или если даже вам 35-40 лет,
Вы переживаете, что лучшие годы позади, вы так думаете, да? А любви еще не было настоящей, или она была короткая. Ну, в общем-то, вы страдаете, любовно страдаете, да? Любовное такое страдание. А десятка жезлов говорит о том, что высшие силы вас защищают. И это карта встречи с мужчиной. У вас были встречи в прошлом. У вас были встречи, которые буквально отпечаток очень сумасшедший сделали на вашем сердце. И у многих девочек, кто сейчас смотрит, этот отпечаток не дает вам двигаться вперед. Если я посмотрю здесь на паж меча, я вижу, что будет встреча с молодым, резким человеком у вас. Моложе вас, может быть, или немножко, или немножко. Но резкий по характеру, такой прыткий, быстрый, огонь мужчина. Да, очень острый на язык. Кстати, умный, наверное, образованный или где-то учится. Ну, яркий очень человек, будет с ним встреча. Шестерка жезлов, вернее, пентаклей. Это очень хорошая карта на будущее вам вышла. И она говорит, что у вас обязательно будет стабильные отношения будут. Но вот по мнению высших сил, вы недолюбленный человек. Да? Вот это самая главная карта. Она очень сильно дает оттенок на все остальные. Вы недолюбленный человек, по мнению высших сил. Но, понимаете, в основании карта звезда. А звезда говорит о том, что вы рождены, чтобы быть очень любимым человеком, любимой женщиной. Вы рождены для очень высокой страсти, высоких чувств. У вас, кстати, были уже такие чувства. Десятка жезлов в прошлом. Были, но они ушли. Они ушли, и вы очень переживаете что-то навсегда. Даже вы, может, не так сильно волнуетесь, некоторые, да, о том человеке, который ушел. А больше всего вы волнуетесь о том, что уже не будет никого. Вот в этом ваша печаль. Вы волнуетесь, что уже лучшее было в вашей жизни. Хорошо, давайте посмотрим, кто вы действительно, по мнению высших сил. Вот это ваша позиция, а это его позиция. Мы сравним эти две карты. У вас королева меча, и вы встретите мужчину молодого, моложе вас, как я уже сказала, который будет по энергетике к вам на вас похож, потому что туз меча. Он, то есть тот, о котором вы сейчас именно думаете. Девочки очень часто думают, люди о тех, которые не нужно о них думать уже. Но тем не менее, я скажу, потому что карта вышла. Это сложная очень карта, да, вот здесь пожар такой, да, нарисован. Это семерка жезлов. Эта ситуация у вас пожарная. Ситуацию, где сейчас возникла такая, где вам нужно себя спасать, вытягивать себя из вот этой мути. У вас жизнь такая сейчас мутная, она никуда не идет. Вам нужно начинать оживать, да? Я надеюсь, что этот расклад вас будет оживать. Итак, чего вы боитесь? Пятерка жезлов. Вы вообще боитесь новых отношений? А здесь пентакли. Знаете, эти карты, они же говорят просто shield, да? Shield — это щит. И часто я... Ну, неважно. Это пентакли. Пятерка пентакли. Чего вы боитесь? Боитесь бедности. Кстати, я сказала пятерка жезлов, поэтому я прочту и пятерку жезлов, как будто бы она здесь была. Потому что я не верю, что что-то я могу сказать просто так, да? Ничего просто так не говорится. Здесь ни одного слова не говорится от меня самой. Поэтому если я прочту эту карту как пятерка жезлов, которую я вначале призвала канал пятерки жезлов, здесь идет речь о том, что вы боитесь мужчин. Вы боитесь их, понимаете, чего, да, этой волшебной палочки. Вы ее боитесь. Вот на самом деле боитесь. Может, вы боитесь какой-то заразы. Вы боитесь, что он какой-то будет противный мужик, вонючий. Не знаю, но вы боитесь новых мужчин. Вы боитесь новых мужчин. Это для девочек, которым уже за 25. Вообще, сказала бы, это 21. До 21 девочки такого ничего не боятся, потому что гормоны такие мощные, что неважно, даже запах может быть и приятный, самый вонючий, да? Вы поняли меня, да? Но после 21 года все меняется. Ой, смотрите, что делается. Почему так случилось? А ну-ка. Я посмотрю дно колоды здесь. Дно колоды. А ну-ка. Что такое? Дно колоды, королева. Спирс, жезлов. Королева жезлов. Спирс — это меч. Это не меч. Спирс — это копье, да, копье. Королева жезлов, дорогие мои. Королева жезлов вышла. А вот в чем дело, да? Вы не только королева меча, вы тоже и королева жезлов. Так что смотрите, с одной стороны, вы боитесь его, вот этой мужской функции, да? Я уже сказала, почему. Потому что это позиция, чего боитесь.
Вот здесь позиция ваша. И вышла еще одна королева на нее. Ну ладно, мы рассмотрим, конечно. Высшим силам я доверяю 100%, поэтому расклады все точные, они не от меня идут. Вы красавица. У вас мощная женская энергетика, королева жезлов. Мощная женская энергетика. Вы острый на язык, потому что вы умная, вы образованная. А если вы себя и не считаете достаточно образованной, вам дан ум природный. Вы не только королева меча, дорогие мои, вы тоже королева жезлов. А это такая женщина, которая имеет очень сильную силу, очень страстная. Вы страстная. Мужчины перед этим, которые у вас были, они не дотягивали. По страсти они к вам не дотягивали. Понимаете, вы боитесь, что новый тоже не будет дотягивать. Или же тот, который у вас сейчас есть, о котором вы думаете, он не дотягивает. Поэтому у вас вот к его мужской функции есть небольшое презрение, девочки. Да? Как вы думаете, хорошо это или плохо? Я вам скажу сразу, что высшие силы никогда не судят. Это вам не церковь христианская, где там суд идет, постоянно этот вечный суд, постоянно нужно каяться. Да в чем каяться? Что мы родились? Греховное падение, нечистое зачатие, в чем только бедный человеческий век, не, ну, в смысле род, не обсуждают, да, не обвиняют. Это кошмар. Потом они хотят, чтобы мы были счастливы, если у нас порочное зачатие, мы родились во грехе, да. Высшие силы не делают так никогда. Ну, как бы верховные высшие силы. Христианская церковь – это тоже высшая сила, но это юпитерианская высшая сила. Только одна ипостасия, да? Которая еще, кстати, в Солнечной системе, которая дальше даже и не пошла. Так вот, если мы идем выше, нам личный путь, а потом вообще в галактику. Девочки и мальчики, батарейка закончилась. Продолжаю. Итак, когда мы идем выше в галактику и... Творец, который держит буквально все, тогда мы понимаем, что там нет осуждения вам, вам нет там никакого суда, да, никакого суда. Да, вы действительно пострадали от того, что накипело, да, вот под пробкой этой, как бы бурлит все, как бы играет все. Вот эта сексуальность, она не проявленная, она как бы, знаете, пенится. Имеется в виду, вот бродит, как под крышкой вино бродит, да, если там его неправильно, неправильно делать. И этот мужчина неправильно все делал, и ни один, и ни второй, кстати, было, может быть, их несколько. И вроде бы был и вначале казался прекрасный человек, и силы у него много, десятка жезлов, но не пошло дело-то, не пошло дальше. Дальше слов ничего не пошло. И вы огорчились, вы просто себя, ну, забили, можно прямо сказать. Но я могу сказать, что кто, по мнению высших сил, вот вы королевишна. Здесь вы не просто умная женщина, способная на свершение для себя, способная свершить свою мечту и сделать свою жизнь счастливой. И, кстати, другим людям тоже пролить свет на их жизнь, сделать и их счастливыми. Вот такая вы здесь. Но вы еще и очень умная королева меча, умная. И вам трудно найти пару по этой причине. Вы слишком умная, вы слишком красивая, можно сказать. Слишком много энергии у вас, да? А у вас логически мужской ум, который, кстати, женщинам дается чаще, чем мужчинам. Почему-то считается мужской ум логичным. Я вообще этого не понимаю. Для меня, я вообще такая феминистка, для меня это непонятно. Мы все люди, и мы все из одного и того же теста. И вы, наверное, привыкли, что вас за это презирают, за ваш вот такой мужской склад ума. Вы уже были в отношениях, может, даже были и женаты. И, ну, мужчинка-то не дотягивал по всем статьям, понимаете, не дотягивал до вас. И вы боитесь, что на те же грабли, да, пятерка пентаклей. Пентакли здесь это его несостоятельность. Пентакли ценность. Несостоятельность, неценный человек, не ценил вас. И вы боитесь, что будет и следующий несостоятельный. Высшие силы знают это. Высшие силы знают, что вы, по их мнению, сильный человек, и вам будет дан сильный мужчина. Два мужчины сильных будет дано. В совете у вас паж Shield или же Пентакли, то есть мужчина, который будет вас ценить как свежую женщину, как молодую, новую, независимо от возраста, и мужчина, который будет вам подстать интеллектуально. Девочки, смотрим дополнительную карту, и мальчики, которые смотрят своих девочек. Дополнительная карта, все прямые сегодня смотрю, ну, десятка чаш,
Вот кто вы по мнению высших сил, и вот какая у вас судьба. Десятка чаш, которая переходит в шестерку пентаклей. Шестерка пентаклей – это достаток. Это в новых отношениях будет достаток, и вас будет мужчина ценить. Он не будет вас обижать ни на минуту, ни на секунду, да? Мужчина, который будет вас ценить. Это очень хорошо. Я очень рада видеть здесь именно такой исход событий. Десятка чаш говорит о том, что вы достойны счастья, высшие силы вам дадут. Потому что Rider Waite Smith и все другие карты сделаны по этому же принципу, на основании, как Arthur Waite придумал это все, да? Он был великим эзотериком, великим. Поэтому десятка чаш, там есть радуга. Примирение с собой будет, примирение с высшими силами. Вам высшие силы дадут то, к чему вы стремились всю жизнь, к чему вы достойны. И вы настрадались, и вам будет, конечно, вознаграждение за это страдание. Все, потому что десятка чаш, когда есть все. Все, чего хотите. Кто хочет детей, будет дети, там дети бегают. Кто хочет любимого партнера, будет он. Вы в обнимку там стоите, да, на классическом таро, таком универсальном. А впереди ваш дом. Кто хочет дом, полную чашу, и у вас он будет. Кто хочет примирение, и у вас там будет. Это все. И все, такая перспектива огромная, все видно. И это то, что будет у вас, десятка чаш. Будет это все, плюс еще и больше, потому что пентакли в будущем. Вы, по мнению высших сил, сильный человек, который достоин счастья. У вас на роду написано счастье, потому что в основании карта звезда. А звезда – это старший аркан, который говорит, вы родились под счастливой звездой. И вас в будущем ждет счастье. Ну, два мужчина будет, и вы будете еще и выбирать. Кстати, вот тот, который был раньше, он тоже был неплохой, но у него были мухи в голове. Ну, какой-то психикой что-то не то было, да? Но он был неплохой, потому что в прошлом десятка жезлов, это сильный человек был у вас в прошлом, он не был плохим. Но что-то у него там не пошло, что-то не сложилось у него, поэтому... Так судьба распорядилась. Смотрите наперед. Я еще хочу сказать тем девочкам, у которых вот этот мужчина, десятка жезлов, он остался, сейчас он есть. Вы, может, с ним поссорились. Это не такой прошлый, который был там, не знаю, 3-10 лет назад. А вот-вот вы, может, поссорились с ним. Я вижу десятку чаш, это примирение. Я тоже вижу, что он оправдает ваши надежды, шестерка пентаклей, он оправдает ваши надежды, и он будет как новенький, потому что паж это новое, вот новые отношения с друг другом, да, у вас будет дан еще шанс на это. Главное, чтобы не пугаться ничего, потому что в доме страха у вас действительно есть страхи. И в основном страхи денежные, понимаете, может быть, он не оправдал денежных надежд. Или же у вас сейчас какая-то кризисная ситуация насчет финансов. Не хватает финансов. Может быть, высосали какие-то или суды, или что, может, ждете наследство. Девочки, не ждите. Высшие силы говорят, что наследство не нужно ждать. Это будет, не будет, это такое дело, как распорядиться судьба. Главное жить вот сегодняшним днем. Наследство ждать не нужно. Оно-то будет у вас, здесь я вижу. Ну зачем? Ожидание – это ужасная вещь. Вы рождены, чтобы быть счастливой. Вот карта звезда об этом, и вы будете счастливой. Но вот он другой человек, да, тот, которого вы сейчас загадали. Потому что, поскольку я говорю это всегда, в основном девочки загадывают правильно. То есть, если вы вот чувствуете, такой внутри есть, что еще есть любовь, нужно спасать. Но процентов 5 загадывают людей, которые там уже спасать нечего. Так что вот здесь искушение высших сил, это вот не нужно делать. Просто расслабьтесь, посмотрите, здесь будет другое все, потому что два пажа, два новых мужчины. А вообще, кто он? Тот, на которого вы смотрите. Это семерка жезлов, это очень хорошая карта. Понимаете? Потому что, если так подумать, 7 это 5 плюс 2, да? По римским 5 и 2 раза единица. Вы два раза уже пробовали сначала начинать с ним, у вас ничего не получалось. Вы ему два раза уже прощали чего-то, да? А вот опять, что вот какое-то нетерпение есть от него идет, какое-то неумение жить по-человечески каждый день. И вот это все, что я хочу сказать по этой карте. Потому что здесь сейчас начнем мы беседовать о нем, дорогом, любимом. Сейчас он у нас под микроскопом будет, ему сейчас будет как на раскаленных углях немножко, ничего, каждому человеку полезно иногда. Очищает, да, очищает организм. Но я ничего плохого пока не вижу. Он человек стабильный.
обожает стабильность. Четверка жезлов, такая мужская у него эта функция, да. Вот. Может, он и не орел, я так вижу, что орлом никогда особым не был. Вы, как женщина, не раскрылись. Кстати, вот многие обвиняют мужчин, что не раскрылись из-за него. Да, это правда. Если не подходит энергетический мужчина, он вас раскрыть не может. Девочки, ну раскрываться-то нужно с собой, да. Со своими страхами. Вот на моих раскладах распрощаться навсегда. И раскрываться-то нужно с собой, девочки, да. Даже если он самый-самый-самый, он-то может вас и раскрыть однажды. А потом, если вы не будете этот огонек поддерживать, он постоянно вас раскрывать не будет. Ни один мужчина это не может. У него вот эта магическая палочка, она не способна на такие дела. Она способна только на одноразовое пользование. Вы поняли, да? А там вы уже, девочки, сами начинаете себя поднимать, да? Вот здесь я хочу убедить многих, что нужно самим себя поднимать. Потому что многие не могут это делать. И где-то застыли, застряли. И вот все крутится внутри под крышкой. Как я говорю, крышку нужно то сорвать, начинать жить. Ну, все-таки о нем. Я возвращаюсь сюда, потому что здесь канал продолжает быть открытым. Я попросила высшие силы два канала сразу открыть. И если говорить о нем, то, конечно, колесница. Нетерпеливый, острый, стремится куда-то вечно. Может врать, да, может врать. Но он же врет не потому, что он плохой, а потому, что вот у него есть это качество, которое ему самому нужно у себя убрать. И высшие силы знают это его. Это его желание рисковать и соврать любитель. Высшие силы это знают. В будущем у него пятерка чаш. Понимаете, он два раза еще будет пробовать и будет пробовать серьезно. Он все-таки имеет еще какую-то тоску, грусть и может обижаться на вас за что-то. Это такое может быть, потому что три чаши у нас разбиты, там и кровь, и желчь, что угодно. Ну, задели вы его самолюбие. И по делу он заслужил. Задели вы самолюбие. Да он поймет. Он поймет. Давайте мы советом посмотрим. Я что, не терпится мне совет. Ух ты. Это класс. Это карта. Влюбленная у него в совете вышла. Ха-ха, как хорошо. Я рада. Я очень и очень рада. Смотрите, как идут дела, да? Он до него дойдет. Потому что влюбленная – это карта, когда до человека доходит, что нужно меняться, нужно жить по-новому. Каждый день невозможно в старую воду еще раз войти. Он тут пробует войти, вот тут пробует. Поэтому забрался. Но высшие силы дали карту влюбленная. Отношение у вас к нему очень сильное, притяжение сильное. Он считает вас своей Евой. Понимаете, вы его Ева, и ему другой женщины не нужно, если у него страхи. Вы заметили, да, карты гадаю, девочки? Только что эту карту вам описала. Только что очень подробно описывала вам эту карту. Покажу поближе. Кто, может, Таро не знает. И именно вот эти события, прикрутите, пожалуйста, пленку и послушайте. Именно вот эти события я только что вам подробно описывала, насколько могла. А теперь она сама вышла. Карты гадают. Я очень люблю делать два расклада, слева и право, насколько вы знаете. Это один из моих методов. И если выходят карты парные, там и там, это место силы. И высшие силы вам сейчас, через этот расклад, вам говорят, какое у вас место силы. Это то, что и он, и вы хотите счастья семейного. И он, и вы хотите новых уровней отношения. Вы осторожны, потому что вы обожглись. Он же мчится, как бешеный. Понимаете? И вот это опять эти жезлы в руке, когда у мужчины это в руке, это у него вот это, да? А потому что это рыцарь жезлов. Это рыцарь жезлов. А у вас в этой позиции десятка жезлов. То есть сходная абсолютно ситуация. Вы немножко коня попридерживаете. А он хочет, чтобы сегодня и все, и большой ложкой. И чтобы и на столе, и под столом было, и чтобы был постоянно праздник. Ну, кто может этот праздник пережить постоянно, да? От него может болеть и голова на второй день. Вот это он, по мнению высших сил, да? Потому что с правой стороны. Это шестерка пентаклей у него. Понятно. Но он раздал. Он, может, и кому-то раздал свое богатство. Разбазарил, понимаете? Разбазарил то, что имел. А тоже много раз подводил, поэтому разбазарил любовь, может быть.
оставил вами себе немножко. Есть такие мужчины, которые вашему и нашему, знаете, добренькие такие или щедрые. О, мужчина боится показаться жлобом. Он щедрый, он старается всем угодить. И что тогда в дом-то чего хватает? Но сейчас происходит трансформация, потому что я вижу десятка пентаклей у него. Он этого очень хочет. Это позиция, чего боится и на что надеется. Он очень хочет, чтобы с вами дом был полная чаша. И в совете: давай, дорогой, меняйся для этого. Так что он сейчас слышит этот расклад. Давай, дорогой, меняйся. А вы у него здесь, ну смотрите, тоже 6. Ну вот вы понимаете, как похоже-то по энергетике вы сильно, да? И у него тоже 6. И у него тоже 6. И у вас тоже 6. Вы шестерка жезлов. Конечно, он вампирит немного, мало-помалу. Но этот вампиризм, он, понимаете, как любой мужчина вампирит женщину. Как любой. У вас здесь вышла, помните, карты выпали, и вышла одна случайно. Я не знаю, или еще батарейка была включена, когда карта выпала. Это, потому что у меня батарейка закончилась. Я поэтому сейчас тоже сделаю здесь. Я посмотрю дно колоды. И мы сделаем ему дополнительную характеристику, девочки, дополнительную характеристику. Вы и он 6, ну вот, пожалуйста. Она вышла, но колода не получилась, потому что высшие силы всегда ведут сами. Пятерка жезлов. Он сам с собой в борьбе. Он сам с собой очень борется. Он переживает то, что он ляпнул, то, что вам навредил, то, что он вас обидел, оскорбил и не понял. Да, было связано с близостью, да, у многих было связано с его предательством и, может быть, даже с изменой, да. Были такие ситуации, и он сам с собой в борьбе, да, он признаться просто не хочет, а внутри он не просто кается, он бьет себя и режет себя, и корит себя, но признаться никогда в жизни не признается. Хотя, может быть, когда-то, когда вы будете вместе, какая-то особенная такая ситуация, когда люди открывают друг друга сердце, даже, узнаете, у супругов, кстати, кто 40 лет живет, вот там, где супруги открывают друг другу полностью сердце, бывает нечасто. И он может вам признаться в этот момент, что я виноват, прости. Вы очень похожи по энергетике, и вы и он обладаете высшими качествами. Иначе бы вы не встретились. Четверка была у него пентаклей прямо в основании. То есть он родился быть богатым. Я не знаю насчет любви, у него богатство на первом месте. Он родился быть богатым. Здесь одни пентакли, у него очень много. Но тоже есть мощная карта любви, как я уже сказала. И развитие в более позднем возрасте у него. Вот такое мужское развитие у него более в позднем возрасте видно, да? Что до него дойдет. Дойдет со временем это все. Я сейчас хочу взять тайную карту. Кто он по мнению высших сил? Но четверка жезлов хорошая карта, кстати. Вот по вашему мнению он не особенный, я это знаю, я это чувствую. Но он заслужил того, что он имеет, да, от вас. Потому что много сделал не так, как нужно, ну, естественно. Жизнь такая вещь, да? А кто когда что делает правильно? Но по мнению высших сил он стабильный. И он вас не оставит никогда, потому что 4 это не оставит никогда. Всегда его будет к вам тянуть. Двойка чаш. Как хорошо. Как карты гадают классно. Потому что то же самое, в принципе, ситуация очень похожа. Здесь вышла десятка чаш, да, и я уже рассказала. У него двойная карта, значит, и он, и вы, у него на уме то же самое, что у вас, кстати. О семейной счастливой жизни. И тайная карта, знаете, то, что он даже сам не знает, по мнению высших сил, и у вас, и у него очень похожая ситуация. Десятка чаш у вас, это полное семейное счастье, а у него на уме-то венчание, если вы еще не повенчаны. У него на уме, когда он вам сердце отдаст, если вы 30 лет живете с друг другом и охладели полностью, полностью как соседи. Он, кстати, смотрит на вас волком, а мечтает... Когда опять будет обмен кольцами, обмен чашами. Он мечтает о том, когда опять будет романтика. Именно с вами, заметьте. И любовь. Когда он вспоминает это все прошлое. И знаете, что я хочу сказать? Вот месть, да? У него нет мести. Месть – это самое страшное чувство. Вспомните графа Монте-Кристо. Что там получилось? Там страшная вещь показана, да? Кстати, вот роман-то глубокий. Многими не понят. Он такой, знаете...
Написан было в то время, когда писали такие толстые книги для развлечения, но там же смысл очень-очень глубокий. И, ну, месть ничего не даст. Месть — это чувство убийственное. Так что вот я не вижу у него мести. Я надеюсь, что у вас ее нет, потому что ведь на этом ничего не построишь. Это разрушает, и это ведет к ментальным болезням. Очень надо бояться этого, да? Вообще-то, девочки и мальчики, мы живем на земле, чтобы предохранять свой мозг, чтобы делать для него комфортную ситуацию, чтобы он был здоров. И у меня очень часто предупреждения на эту тему, да? Ну, потому что мозг, наш ум, это, ну, то, что мы ощущаем жизнь через мозг. Так что главное — мозг держать в здоровом состоянии, и если есть чувство мести, с ним надо бороться. Я иногда, редко, но читаю комментарии, иногда хочу закрыть комментарии, честное слово, что ненавижу его, да. Есть за что. Ну, дайте высшим силам разобраться. Ну, посмотрите у меня обратку. Ну, дайте высшим силам. Ваши силы имеют силу для этого. Но посмотрите, человек на земле по сравнению с тем, не знаю, с той силой, да, как кто называет, кто Бог, кто еще как-то. Я просто чувствую это. Высшие силы, которые всем управляют, они безгранично огромные. Вы думаете, что? Дайте им это, они справятся с вашей злостью, да? У каждого человека такой-то есть righteous, правдивая злость, но есть основания. Но, понимаете, основание — это одно, а другое дело жить в злости, это же самому пить этот яд. И это очень опасно. Это очень опасно. Я говорю это только для тех, кому это нужно услышать. Если это он, ваш бывший или настоящий, кому это нужно услышать, или даже будущий, который никак не переступит через прошлые обиды в каких-то прошлых отношениях, не с вами связанных совсем, да, может быть. Я сейчас делаю это исцеление вот на этом видео, магическом видеораскладе. Это магия высших сил, магия эзотерики, и она позволяет вам сейчас, буквально в этот момент, все переделать, и ему тоже, избавиться от мести. Месть не нужна. Пусть он перейдет на новый уровень с картой влюбленные. Пусть он предложит вам руку и сердце опять, если уже вы давно. Или же первый раз, когда вы только, да, только-только. Или пусть найдется такой мужчина, который предложит вам руку и сердце, потому что это выводы. Главное, чтобы он немножко повернулся в другую сторону и увидел возможности. Вот это будущее. И я заклинаю, делаю заклинание на этой карте, потому что у него есть тенденция страдать, может быть, злиться, может быть, месть. У него есть это. Это очень страшное, губительное чувство. Я сейчас ему повелеваю от имени высших сил не смотреть больше на разбитую желчь, не разбитую кровь. Я ему повелеваю от имени высших сил. Сейчас мурашки у меня идут по коже. У вас сейчас там, где вы есть, ангелы летают буквально вокруг вас. И вокруг него ангелы летают. Я это чувствую. И я повелеваю от имени высших сил ему развернуться и увидеть то, что получается между вами. Увидеть любовь. Увидеть любовь. Любовь увидеть. Увидеть счастливое будущее. Новые возможности. И счастье полноценное, ведь здесь же, девочки и мальчики, лев Бога. Что я здесь вижу? Это карта двойка, а сейчас она самая любовная карта в колоде. Это лев Бога. Ариэль называется такой ангел. Он сейчас летает и в вашем пространстве. Извините, у меня здесь шнур от микрофона. Летает в вашем пространстве и в пространстве того человека, о котором вы сейчас спрашиваете. Летает Ариэль. Ариэль – это лев Бога. Это ангел высшей категории, херувим с крыльями. Он летает сейчас в вашем пространстве и в его пространстве и делает будущее возможно. То есть исцеляет. Ариэль исцеляет. Видите, это двойная змея с посохом Гермеса. Ведь Гермес — это тоже же ангел. Кто не знает, кто там думает, вот послушайте попов, так это все же у них все это дьявол. Ну, как такое может быть? Как могут быть планеты, которые... Они держат нашу систему солнечную вместе. Не только Солнце, все планеты держат. Все вместе держится. Как можно сказать, что это не ипостасия Бога, что это дьявол? А что вообще тогда от Бога, да?
Земное притяжение, которое тоже этих попов держит здесь на земле, это тоже от Бога. А дьявола вот ненависть, злость, манипуляция и церковная, и домовая, домовитая, то есть domestic, домашняя, вот domestic, извините, не могла сразу найти слово русское, domestic, манипуляция, агрессия домашняя, да, в этом беда, беда в этом. Так что, девочки, расклад целительный, он уже его замагичил, вашего мужчину, он это все слышит, и он будет стараться вам угодить, он будет стараться заработать для семьи, а если нет семьи, вот это же карта венчания, понимаете? И его стремление к вам, потому что вы скажете, ну он ушел, но у него в бывшем, в прошлом, это рыцарь жезлов. То есть он опять стремится с вами встретить. Рыцари встретятся. Рыцари – это всегда встреча. Это всегда вестник. Это всегда вестник и жезлы, который внесет добрую весть. Я тебя желаю. Я желаю быть с тобой. Я желаю быть с тобой счастливым. Тебя сделать счастливой. И перекликается очень сильно рыцарь жезлов шестеркой жезлов. Поэтому победа будет за вами, да, это карта победителя, естественно, победа будет за вами. Борьба утихнет, уйдет борьба, уйдет, он больше не будет ничего разбазаривать. И победа будет за вами. Советы, два совета. Воспринимайте его как новые возможности. Паж, Пентакли – это новый человек. Видите, его нужно каждый день новым, или здесь новый человек. И, конечно, влюбленные – это новый виток счастья и любви. Вот. Вот это то, что есть. Знаете, я сейчас буду собирать, но, пожалуйста, не уходите. Для вас, не для меня. Я сделаю оберег. Здесь у нас десятка чаш и двойка чаш. Это оберег с его стороны. Он эту энергетику усвоит, сделает все как нужно. Сейчас буду собирать это все. Здесь оберег останется. С вашей стороны сделаем оберег, девочки. Что мы будем выбирать здесь у вас, а? Давайте внимательно, хорошенько посмотрим. Десятку чаш, конечно, выбираем. И звезда. Мечта будет исполняться. Мечта о домашнем счастье. Которая будет исполняться. А я сейчас соберу расклад. И это будет магическое священное действие сбора расклада. Аминь. Это карты короля Артура. Они идут в свою коробочку. Пока они идут в свою коробочку, я хочу сказать, что я очень всех благодарю за лайки. Очень сильно благодарю за лайки, девочки. Огромное вам спасибо. Я преподаю Таро, кому это нужно слышать. У меня 12 курсов. Самые эзотерические курсы – это первый – старшие арканы и третий – младшие арканы. Остальные курсы – это подробности, расклады. Ну, все, что можно. Причем это не русская система. Да? Я слышу, некоторые меня копируют на русском сегменте. Ну, что делать? Я давно уже здесь. Говорят языком Джона, моего учителя, некоторые на своих каналах. Ну, это смехи. Смехи грек на их, с их стороны. Ну, что делать? Вот, ну, конечно, у меня есть ученики тоже. Ученики, которые тоже работают успешно. Итак, он дорогой у нас. Вот его оберег идет. Кому нужны уроки, приобретайте. Для кого нужно? Я уроки делаю, это не коммерция у меня, я учитель. Это мое произведение искусства, так что это не продажа. Кто-то думает продажа, но вообще ничего не понял. Вот, так что это не продажа. Для него это оберег, и для вас идет оберег, пока я собираю. Благодарю всех за дружбу. Подписывайтесь на канал. Здесь все для вас и о вас. Буду счастлива вам помогать, как подписчику канала. Я, конечно, делаю общие расклады только для подписчиков своих, конечно. И, девочки, я принимаю всех моих подписчиков на общих раскладах. Нужно себе представить, как будто вы ко мне сюда приехали в Ванкувер на консультацию, да? Общие мои расклады, они как консультация. Причем нужно смотреть каждый день. Кто может себе позволить каждый день психолога? А это магический психолог ежедневно. Поэтому я не верю, что одноразовое гадание поможет. Нет. Нужно очень много, чтобы помогло. Очень много. Поэтому общий расклад, он бесплатный. Его можно смотреть, тем более по моей технике, каждый день.
Девочки, я экономлю на этом тоже ваши деньги. Вот это идет его оберег назад, он уже его усвоил. Девочки, я экономлю же ваши деньги, мальчики, да, потому что вы таким образом не должны ничего заказывать. У меня, кстати, заказать нельзя. И к вам предупреждение очень серьезное. Придется, наверное, закрывать комментарии. Потому что мошенники пишут свои номера, а на прямых эфирах некоторые девочки у меня спрашивают: я звонила вам на WhatsApp. Девочки, у меня нет WhatsApp. Или пишут: я звонила вам на Viber. А я даже не знаю, что такое Viber. Это мошенники оставляют свои координаты у меня под видео. Это ваш оберег. Берите, пожалуйста, его на счастье себе. Мечта будет исполняться о счастливой семейной жизни. Понимаете? У меня нет ни Вайбера, ни WhatsApp, ничего у меня такого нет, ни Facebook, ничего нет. Ну, понятно, что слышали, что я не принимаю и решили воспользоваться. Поэтому я чувствую, мне придется закрывать комментарии. Потому что я не могу целый день тратить на то, чтобы этих мошенников выискивать. И ради вас выискиваю, чтобы вы не поддавались на эту удочку. Вот, так что, девочки, пожалуйста, не ведитесь. Всех обожаю, всех люблю. Обнимаю вас из Ванкувера. Приглашаю вас на следующие мои видео. Если, кстати, вы получили хорошую пользу от этого расклада, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. И в конце я должна обязательно сказать благодарность огромная за всем тем, кто поддерживает мою работу. А это те, кто донирует на моем сайте, и те, кто спонсоры канала. Все средства от спонсорства идут на развитие канала, на то, чтобы я делала новые видео. Только на это. Всем добра. Пока.